все с вами устали от всех этих ограничений, которые вызвал вирус, то есть от масочного режима, от ограничений в передвижении. Поэтому, вот, чтобы покончить с этим, нужна массовая вакцинация. Это единственный способ профилактики и способ избавления от вируса. Я сама привилась в феврале от данного вируса и, в общем-то, чувствую себя очень даже неплохо. И где-то подсознательно, наверное, я уже чувствую себя защищенной. Призываю всех наших сограждан, всех горожан привиться.